Эй, всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня я бы хотела вместе с вами оценить обновление. Друзья, новинка в магазине мебели, коллекция ретро-кафе. Теперь обустроить собственную кофейню, насладиться звучанием виниловых пластинок или выпить молочный коктейль в компании приятелей можно, не выходя из дома. Кроме того, у вас есть уникальная возможность купить интерьер и получить комнату в подарок. Поторопитесь, акция действует всего неделю. Так, давайте же зайдем в магазин мебели. Мы можем купить вот такой угловой диванчик. 3000 серебра будет стоить, 30 у нас комфорта. Пластинки виниловые 570 серебра. Дальше музыкальный автомат за 20 золота. Навес в этом же стиле 395. Такая вот вывеска ретро-фм. Ой, ретро-кафе фм. Что-то не то. 21 золото, в общем. Еще один диванчик, 15 золотых. Ух ты, вот это автомат со жвачками. Ну, лично, моя мечта, 13 золотых. Соусы, 250. Квадратный столик, 2300. Так, барная стойка у нас идет за 21 золотую монету. О, моя любимая неоновая вывеска. Если честно, она очень клевая. 13 золотых монеток. Я, может быть, куплю себе. Дальше часы. Кстати, с анимацией. Заметили, у нее двигаются глаза? Стоит 8 золотых. Возможно, тоже куплю. Коктейль. 89 серебра. Пойдет у меня на кухню. Круглый столик 1500. Ну, кстати, неплохой, миленький. Пуфик. 9 золотых. Дает 23 комфорта. Давайте пойдем дальше. Что у нас здесь? Пол в этом же стиле, естественно, 3600 серебра. Такой вот стул, 8 золотых. Дает нам, сейчас узнаем, сколько. 20 комфорта нам дает. Дальше дверь, такая сказочная, знаете, дверь. 23 золотых монет, дает 58 комфорта. Тоже неплохая дверь. Можно купить будет. Барная стойка уже показывала, по-моему. Вывеску тоже показывала. 21 золотая монетка. Так, ну не знаю, барную стойку покупать или нет. Только если для каких-то там игр. Пуфик 7 золотых, 18 комфорта. Еще один барный стул 7 золотых. Тоже дает 18 комфорта. Все в одном стиле. Светильник, кстати, неплохой такой. Нежный, в нежных тонах. 7 золотых монет дает 18 комфорта. Так, столик, пуфики. Вот у нас еще есть стул. Тоже 8 золота стоит. Дает 20 комфорта. Стены в такую полоску голубую. Стоят 12 золотых монет. Дают 30 комфорта. И окно. Ой, знаете, как будто автобусное такое окошко. Ну, когда путешествуешь, миленькая, дает 23 комфорта. Ой, ну я даже не знаю, покупать ли всю эту мебель или что-то частично. Возможно, я куплю вот эту неоновую вывеску, потому что она клевая. Ава, если она сияет, будет вообще эпично. Угловой диван тоже очень классный, не хватало таких вещей, знаете, угловых. И вот он отлично впишется в мою комнату. Вот, еще куплю автомат со жвачками, моя мечта. Мне кажется, мечта каждого ребенка. Ну а соусы, пуфики, столики, все это куплю, если понадобится. А вы будете покупать по отдельности эти вещи или же купите все вместе, чтобы как-то не ломаться, долго не думать? Еще, кстати, комната идет здесь в подарок. Ну а сейчас мы, собственно, находимся в этой комнате, в нашем кафе. Давайте везде посидим. Все у нас должно здесь что-то быть с анимацией, что-то без анимации. Надо везде потыкать. Вот у нас музыкальный автомат, идут такие нотки. Барная стойка. Можно позлиться и типа ты бармен, да, сделать такой вид. Часы с кукушкой у нас с анимацией, двигаются глазки. Милые, кстати, часики. Как вам? Напишите. Посидим здесь, посидим тут. Если устраивать события кафе, я думаю, многим игрокам оно отлично подойдет. Ведь здесь очень много мест.
Вау, жвачка. Желтая, кстати, жвачка. С одним цветом получается. Ну, знаете, если бы добавили еще какие-нибудь цвета, было бы неплохо. Тут стульчик у нас, наверное, для девочки. Это для мальчика голубой. Ну, мне, естественно, больше нравится розовый. Вообще у нас вся комната в таком розово-голубом стиле. На эти пуфики пока нельзя сесть. Вот эти пуфики у нас голубенькие идут к столику. Столик такой маленький, я не знаю, что на нем поместится. Мой бы заказ точно не поместился. Я люблю покушать. Три у нас места на этом диванчике. Ах, почему не получается сесть в самый угол? Не знаю почему. Кстати, над нами неоновая, ой, неоновая, обычная вывеска с кафе. Окошки, дверь, пол такой вот в клеточку. Что-то в стиле шахматном. Так, виски неоновые. Ой, виниловые пластинки, неоновая вывеска. Самая классная здесь неоновая вывеска. Я ее точно куплю. Жалко, что таких вывесок очень мало. Надеюсь, добавят как можно больше что-то подобного. А на этом видео подходит к концу. Пишите свое мнение по поводу обновления. Не забывайте подписываться на мой канал. А я желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока! We'll be right back.